Всем привет, ребята, с вами Мурат. И сегодня я расскажу, куда пропал ютубер Гоша Помелон Плейграунд. Вот так он выглядит. И первое. Ему 12 лет, он добился до серебряной кнопки за 100 тысяч подписчиков. Его заблокировали. Не знаю зачем. Его забанили. Остались только друзья Гоши. Вот так вот он выглядел, наш Гоша. И я его любил, но его заблокировали. Потому что ему 12 лет, а он добился до серебряной кнопки. И еще. Про такого пистолета не было видео. Он только сегодня появился. Кстати, кто не знал. Всем пока!